Здравствуйте, вашему вниманию видеообзор на телефон Huawei P30 Lite. Внешнее состояние идеальное у телефона. Ни царапин, ни сколов. Все в отличном состоянии. Все полностью работает. Отвязка от всех аккаунтов. Никакого аккаунта не присутствует. Полностью чищенный новый телефон, грубо говоря. Далее мы проверим на зарядное устройство, на его работоспособность. Как вы можете видеть, заряд у нас идет. Далее мы проверяем камеру. Я не знаю, как она передастся через камеру, но изображение картинки просто супер. Видео, фото, портрет, ночной режим. Все фотографирует на лучшем уровне. Вот фотография. Также у нас зум есть, шестикратный зум. Также проверим фронтальную камеру. Тоже все работает. Далее мы проверяем Wi-Fi. Wi-Fi подключен. Пишем погода. Все работает. Что выбрать? Вкусный кофе или поездка с комфортом? И то, и другое. В нашем выпуске мы пролетим Канаду с востока на запад. Посмотрим Торонто, Ванкувер и очень красивые национальные парки Банф и Джаспер. Съездим на Ниагарский водопад, заедем на этой махине на ледник Атабаска, а на этой в гости к осадкам. Ну и не только к ним. Заскочим в недавно открывшийся каннабис-шоп и попробуем разобраться с легализацией в Канаде. Поговорим с ребятами, которые переехали сюда, и посмотрим, как они живут. Полетаем на гидросамолете над Ванкувером, покажем несколько... Все работает. Вот о телефоне еще раз данные. Huawei P30, версия Android 10.
Приятной покупки.